Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Драконы Всадники Олуха. У нас первый день месяца апреля. Это считается день шуток, но я, ребят, не буду сегодня прикалываться. Потому что я не знаю, когда выйдет видос. Может, он выйдет 2 апреля. Так, 85 тысяч дерева. Серьезно? Да. Награда, конечно, такая себе. Найти цветочек. Опа. Тут 3 дня осталось. 1, 2, 3, 4, 5. Ну, мы могли бы, конечно, купить. Но, я не знаю, ребят, ну что это за яйцо? Может, он того не стоит, чтобы на него тратить, извини меня, 1000 рун. Согласись. Блин, у нас же обновление сегодня было, ё-моё. А раз было обновление, это значит, я сейчас в любое испытание, если куда-то захочу пойти, у меня начнется вот эта вот загрузка. Тьфу ты. Только сейчас об этом подумал. Ай-яй-яй, ладно. Соберем пока все, что можем. Вот зачем так вот постоянно делать, да? Новый сезон, новое обновление. Ну, сделали вы обновление. Зачем обновлять вообще полностью эту всю игру с ее событиями и тому подобное? Я вообще не понимаю вот этого. Так, ветрокрыл. Ветрокрыл, тебя надо как-то отправлять. А раз надо, значит, отправим. Все, полетел. Он полетел, но обещал вернуться. Ну что там, сарделька? Ух ты, вот хочу этот пак. Там, по-моему, этот топижара был, да? Четыре руны. Как это много, а? Как это, ребята, много в кавычках. Ладно, отправляем его в приключения. Все, он полетел. Так, здесь что у нас? Яйцо древоруба. И Грамгиде. Общий враг. Слушай, подожди, а почему? А куда у меня барсик делся? С какого перепуга он у меня... С какого перепуга он у меня собирает... Извини меня, древесину. Иди в приключения лети. Древесину он там собирает. Ну что, беззубик? Блин. Какой же ты дорогущий-то, я не знаю, ребят, прям дороже его нет никого, наверное. В плане ресурсов, я об этом. По ресурсам жрет, как я не знаю кто. Так, здесь у нас тоже ресурсов уже не хватает. Ну-ка, ожидание бесплатное. Бесплатные ожидания. Так, секундочку, нам надо. Так, давай дальше. Лети, рогобой, лети. Так, здесь мы заберем наши награды. На поиски. Так, где у нас там зеленая смерть? Так, его тоже на поиски отправляем. И последний. Эти все листочки нам приносит. Все, носит он нам листочки. Без листочков, ну вот вообще никак. Так, Йохан. Возьму этот топорик у него. Ну что, ну конечно же, ребят, придется вот это вот ждать все. Ну что, прогрузилось, и мы забираем наш эпический пак. Шторморез, ужасное чудовище. Так, шепот смерти. Вострозуб. Змеевик. Так, дымодышащий. Беззубик, аж 3 карточки дали. Кривоклык, 3 карточки. Ищейка, 3 карточки. Слушай, вот это круто, ребят. Вот это я понимаю, да? Элитный пак. Прям любо-дорого. Но мне нужно... Слушай, мне нужно дофига чего. Давай на рынок. Заберем тут наши... Хотя толку-то уже практически никакого и нету. Собрать мы уже ничего не успеем. А тут осталось 1 день, 11 часов. Так что можно даже не заморачиваться.
Так, бесплатный пак. Давай вот это вот, наверное. Так, что-то там у нас. О, крылатый ужас. Причем буквально недавно мы получали, да? В ангар, конечно, лети. Так, ну что. Во-первых, глянем, есть ли у нас события. Событие есть, но оно пока доступно только для драконьих наездников. А нам оно будет доступно через один день, 8 часов. То есть мы в данный момент не сможем ничего сделать. Ладно, у меня только лишь одна идея. Это идти и зарабатывать паки вождя. Но больше здесь нам ничего не светит. Ресурсы позарабатывать я хотел, не получится. Да. Вот вам и обновление. Это что такое? Не, ребят, это руны получать за задание. Поиграй там в такую-то игру, еще там во что-нибудь. Достигни там такого-то уровня. В общем, ерунда полная. Ну что, пойдем тогда выбивать два пока вождя. Что же нам еще-то остается делать? Больше нам делать и нечего. Так, подожди секунду, у нас же вроде тут кто-то. Ага, ага. Так, полетел за рыбой. Еще кто-нибудь хочет прокачаться? Сколько ты там? 16 лямов требуешь. Уфу-фу. Сколько? 360 миллионов, но у меня нету. Уж извини, братуха, нет у меня таких ресурсов в таком количестве. Вот это я понимаю. Урчамень. Лети, тренируйся. Ну что, я пошел. Кстати, можно еще, знаешь, что попробовать? Сейчас прикупить рыбу. Или древесину. Наверное, лучше рыбу. Купить. Ну и сколько дадите мне? Да ладно, такой мизер. Вы серьезно? Раньше, ребята, намного больше давали нам ресурсов. А сейчас 314 миллионов. И что? Ну что это должен за 314 миллионов? Я могу только уровень поднять нашему беззубику. 89 уровень, все, ребят. А дальше 225 миллионов он требует. Ух. Нормально. Такое требование, да? Что ты можешь на 89 уровне мне посоветовать? На 89 уровне ничего, ребята. У него с 90-го нюхогорб, но он спасен. У нас пещерный скалолотряс тоже спасен. Огнеборец вот только если. Но это 93-й уровень. Ладно, не будем париться, просто отправим его на поиски элементов для нашего следующего легендарного дракона. Пускай собирает эти шлемы. Ну а что делать? Надо потихонечку-потихонечку начинать как-то все это дело. Ох, началось. Ну что, вперед, как говорится, из песней. А, у нас еще даже есть место для одного пака. Ну и прекрасно. Значит, серия будет записана не зря. Так, ну что, сегодня еще, ребят, планирую снять серию. Наверное, по ХКРочке, скорее всего. Tower Conquest там просили у меня. Плюс на втором канале будет Хогвартс Легаси, плюс вторая серия «Одни из нас». В общем, заходите, смотрите. А нафиг я бы на барсика-то полез? Зачем вот мне барсик, если здесь вот такой вот кревет есть, паршивец, который начнет бомбить? На тебе, добивай его. Теперь давай вот этого будем мурыжить. Оу, сейчас влупит. Этот сейчас влупит свой электрошок.
Да. Вот такой вот он засранец. Жесткий. С Барсиком можно попрощаться. Да и в принципе и Кревета сейчас тоже запинают. Даже если я тут повешу. Ну, проверим. Ну, все равно это не спасение. Ох, что это? Это урон называется? Это называется ерунда. Тут мне уже никак не выжить. Да, такое вот начало. Бесевая сарделька, на самом деле, очень бесевая. Но тут Кревет постарался. Такое себе было у нас начало. Так, ну давай, наверное, так сделаем. Все на Барсика начали почему-то наезжать. Этот огнеплюй тоже в него. Давай-ка сюда, наверное, этого пристеголового сейчас быстренько попробуем шатать. Но Барсика я в любом случае потерял. Тут как пить дать, они его сейчас распишут. Ну и что ты сделали? Ну, ну вот что сейчас было? Надо было его бомбануть хорошечно и все. Ага, он отравил. На-ка тебе, понижение брони. И, судя по всему, сейчас добьем его. Ну да, так и получится. До свидания. Кревет. Проныра. Хорош, мы в прошлый раз с тобой получили от Кревета звездюлей, поэтому сейчас надо будем его расписывать, нафиг, нафиг. Пошутили, как говорится, и будет. Но этот будет понижать броню, 100%. Ну, что от него еще можно было бы ожидать? Давай добиваем. Этот огнеплюй, фаербол, сейчас запустит. Зашибись. Просто зашибись. Ну и что прикажете мне делать? Промахнулся. Ну хорошо, хоть промахнулся. Так, а мне надо, знаешь, что сделать? Слепоту повесить. Вот так я, пожалуй-ка, сделаю. Барсика потеряем, наверное, да? Да. Ну вот давай, давай, делай. Вот, молодец, молодец. Только немножко не в тему это все сделано было. Зашибись. Ладно. Че, неужели опять не забомбим, а? Давай свой фаербол используй. Да ты заколебал своими фаерболами, слышишь, чепушила? Посмотри, а, без остановки. Ну все, ему крышка в любом случае. Да выпендривался, короче, хмырь болотный. Блин, ничья. Ну, здесь понятно. Первый враг номер один, это, конечно же, ветрокрыл. Но с этим тоже нужно разбираться. В общем, копим с тобой, наверное, энергию, фулку. И будем применять сюда слепоту. Блин, неужели Барсика завалят, а? Завалили. Все-таки они его завалили. Давай, давай, используй свой суперудар. Ну, молодец, красавчик. Нормально, да, всыпал? Так, я пока ничего не буду здесь тратить. Слепота. Слепота, лепота. И давай дальше его мурыжить здесь. Он специально, да? Он специально сейчас это сделал,
чтобы не тратить энергию, дождаться, когда у него слезет слепота, и бомбануть. Но у тебя не получится этот фокус, парень. Не-не-не-не-не. Даже не думай, у меня вон уже накопилась энергия, так что сейчас будешь опять в слепоте находиться. Все, понял, парень, что за слепота тебе? Да-да-да, конечно, ага. Держи карман шире. Ну что, добьем его. Ну что, ребята, выпал мне обычный пак, и вот пак вождя. Шторморез, душитель, шипорез, громобой, лаворык, шепот смерти, громорок, ищейка. Что-то ищейку мне стали часто подкидывать, не понимаю почему. Ну что, пойдем еще тогда за вторым паком вождя. Может быть, там что выпадет путевое. Блин, ты посмотри, опять кревет этот электрический в команде. Вот он. Тут еще и ветрокрыл, ко всему прочему. Такие себе шутки. По возможности нам надо будет сэкономить на слепоте. Ну и прописать, конечно же, это ветрокрылу все. А знаешь, в чем проблема? Этот сейчас накопит 4 энергии, но он, по-моему, на 5 делает, да? Свой, да. Свой ужас он делает на 5. Так что мы сделаем вот так. И вот так. Хотя этот разбегом не побрезгует. У него не разбегал, а, к сожалению, этот фаербол он выпустил. Ну и, соответственно, моего штормореза как будто здесь и не было. Сейчас еще глушанет кого-то. Это барсик. Ну что, добиваем? Опа! А как он так две энергии-то накопил сходу? А? Скажи-ка ты мне на милость, парнишка, как ты накопил две энергии сходу? Хорошо, что он в том ходу так и сделал, а? Видимо, проспал ту вспышку. Но тут ничей не будет, потому что нас двое, он один. Если бы был бы один на один, тогда да, можно было бы и до ничьей сыграть. А тут, извини, парень. Тут будет стопроцентная моя победа. К счастью для меня. Ну что ты там рылом водишь? Да? Угу. Наивный. Просто наивный. Пока. Так, алая плеть. Кстати, тоже почему-то в последнее время ее стали часто брать в команду. Ну давай, что-нибудь делай. Ты посмотри-ка, теперь враги поменяли мишень. Раньше у меня барсик постоянно страдал. Сейчас они почему-то все переключились на... Ой-ой-ой. Блин, я потеряю сейчас бойца. Я потеряю сейчас бойца. Этот будет разбег свой делать. Он без него, блин, жить не может, без этого разбега дебильного своего. Ну чё, нам, наверное, надо будет делать вот... О, воу-воу, тихо, я же не это хотел сделать, вы чё? Вот это подстава. Я хотел, ребята, сделать здесь вообще-то слепоту. Я не понимаю, с какого перепуга это не сработало. Но то, что я понимаю, что у меня кранты здесь будут. Вот это я точно понимаю. Прикинь, под усиленной атакой еще этот разбег. Все, хана мне. Надеюсь, это последний поединок у нас. Если я троих здесь могу победить. Я, наверное, все-таки начну со скалотряса. Все-таки, как ни крути, он жестче здесь. Жестче, чем все остальные.
Оу, а нам везет. А нам, ребята, везет. Промашка была. Ну что ты там? Давай сделаем так. И остается кривоклык вражеский. Хильнемся и добьем. Ну вот и все. Ну вот и второй пак вождя. Открываем и смотрим. Кревет, кошмарный пристеглов, древоруб, звездрык, кнут и прут. И все. И все, друзья мои. Будем тогда закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков.